Вертикальный аккумуляторный пылесос Polaris PVC-S 4000 Hand Stick Pro – это устройство 6 в одном с ультрафиолетовой дезинфекцией. Пылесос продается в красочно оформленной картонной коробке с ручкой для переноски. В комплект поставки входят моторный блок пылесоса, удлинительная труба, съемная литий-ионная аккумуляторная батарея, мягкая электрощетка для любых напольных покрытий, мини-турбощетка для мягкой мебели с УФ-лампой, щетка для люстр и деликатных поверхностей, насадка для мебели 2 в 1, щелевая насадка для узких мест, колено с изменяемым углом, адаптер питания, универсальный инструмент для чистки щеток, настенное крепление, напольная подставка и руководство пользователя. Съемный аккумулятор подключается к ручному пылесосу. Для его извлечения нужно нажать кнопку «Фиксатор». Для зарядки аккумуляторной батареи на ее боку предусмотрен разъем для подключения адаптера питания. В процессе зарядки горит светодиодный индикатор. Время зарядки аккумулятора до 4 часов. Ручной пылесос оснащен прозрачным пылесборником, что облегчает контроль уровня заполнения мусором. Нажатием на защелку откидывается дно пылесборника, что позволяет легко освободить его от собранного мусора. Для полной очистки пылесборника необходимо отсоединить прозрачный контейнер, затем снять сетчатый фильтр тонкой очистки и отсоединить циклонный фильтр. В верхней части моторного блока под крышкой размещен предмоторный фильтр HEPA-10. В пылесосе применен инверторный мотор, который включается кнопкой на ручке моторного блока. Повторное нажатие выключает устройство. Есть три режима работы с разной мощностью всасывания – низкой, средней и высокой. При включении пылесос работает на низкой мощности всасывания и с максимальным временем автономной работы. Для выбора мощности нужно нажимать на специальную кнопку. Чем выше мощность всасывания, тем меньше время автономной работы. В режиме вертикального пылесоса можно убирать ковровое покрытие с коротким ворсом и гладкие напольные покрытия различных типов. В пылесосе реализована технология Walk by Itself, которая облегчает перемещение моторизованной щетки по поверхности. Электрическая щетка для пола оснащена шарниром, обеспечивающим хорошую маневренность при уборке. Валик щетки можно извлечь для очистки. Пылесос с принадлежностями можно хранить, используя напольную подставку или настенное крепление. Присоединение насадок из комплекта поставки позволяет эффективно применять пылесос в различных сценариях. Ручной пылесос с насадкой 2 в 1 всегда готов для оперативной уборки на поверхностях мебели. Выдвинутая щетина обеспечивает бережное отношение при удалении пыли с различных поверхностей. Щелевая насадка облегчает уборку в узких местах, например, между диванными подушками. Мини-турбощетка оснащена источником ультрафиолетового света, который дезинфицирует убираемую поверхность. В целях безопасности ультрафиолетовое излучение включается при срабатывании двух выключателей, касающихся поверхности во время уборки. Вместе с ручным пылесосом можно использовать удлинительную трубу, к которой через колено с изменяемым углом можно присоединить мягкую щетку и провести уборку верхней части шкафов. Без удлинительной трубы удобно проводить уборку на полках с хрупкими предметами. Применение удлинительной трубы вместе с насадкой 2 в 1 позволит удалить пыль со штор и карнизов на большой высоте. Пылесос Polaris PVC-S 4000 Hand Stick Pro успешно справляется с различными сценариями уборки. С ним удобно оперативно убирать пыль и мелкий мусор с пола, на рабочем столе и с обивки мебели.